В этом выпуске я вам хочу показать, как можно самостоятельно создавать профессиональные видеорекламы для товара либо услуг. Итак, поехали! Привет, друзья! По статистике, интернет-пользователь видит примерно 430 рекламных объявлений в день. Таким образом, пользователю обратить свое внимание на все рекламные объявления невозможно физически. К тому же, среднестатистический человек не сможет запомнить больше 10 рекламных сообщений в день. В этой связи, друзья, креативы и видеорекламы играют очень важную роль. Я бы сказал, что качество рекламного объявления играет большую роль, чем стратегия и масштабирование таргетированной рекламы. Еще одно главное правило – это правило 3 секунд. У вас есть только 3 секунды, чтобы зацепить внимание зрителя. В этом выпуске я вам покажу сервис, где вы сможете сами самостоятельно создавать профессиональные видеорекламы, не нанимая специалистов и не затрачивая деньги на заказ рекламы. Итак, сервис InVideo. На этом сервисе можно создавать профессиональные видео. Здесь более 3500 шаблонов готовых, а также есть стоковые видео, фото и музыка. Вы можете пройти на этот сервис по моей реферальной ссылке в описании под видео. Так, сейчас покажу, какие есть тарифы на этом сервисе. Итак, здесь три тарифных плана. Есть пробный план, но у вас будут водяные знаки на ваших видеороликах, а также есть $10 в месяц, а также $30 в месяц. Эти цены, если вы сразу оплачиваете за год. Так вот, есть оплата помесячная, $20. Я вам рекомендую начинать с этого пакета за $20. Также в описании под видео я вам оставлю купон на 25%. То есть при выборе плана и оплаты вы можете указать мой купон, и вы получите 25% скидку. Итак, сейчас я зайду в свой личный кабинет и покажу, как можно будет создавать видеорекламы на этом сервисе. Итак, нажимаю логин, захожу в свой личный кабинет. Итак, я зашел в свой личный аккаунт. Вот как вы видите, здесь есть готовые видеоролики. Вы можете найти по ключевым словам подходящий вам видеоролик, далее отредактировать его. Допустим, у меня ниши часов. Так, пишу watches. Делаем поиск. Итак, по моему запросу найдено 16 шаблонов. Так, смотрим. Так, давайте посмотрим этот шаблон. Так, я выбираю этот шаблон. Здесь выбираете, какое вам нужно разрешение. Так, я выбираю 16:9, стандартное разрешение. Так, если вы будете делать также для сторисов, вот, выбирайте 9:16. Так, далее нажимаем Use this template. Сейчас мы зайдем на редакцию нашего видео. Так, нажимаем Got it. Здесь с левой колонки, как вы видите, можно подгружать другие видео, а также картинки. Можно здесь выбрать музыку из списка, либо загрузить самим самостоятельно. Также можно редактировать тексты. Здесь можно подгрузить логотип. Так, далее стики и так далее. Маски. Так. Сейчас я поменяю
картинку на свои часы. Так, здесь делаем upload. Upload. Есть еще один сервис. Называется Remove Background. То есть, если вам нужно убрать задний фон вашего изображения, вы можете использовать этот сервис Remove Background. Он бесплатный. Сюда просто подгружаете какую-либо картинку. Допустим, эту. Так, и он удаляет задний фон. Вот, можете использовать также этот сервис. Так, я подгружу свои картинки. Итак, изображения моих часов подгружены. Так, сейчас поменяем. Так, этот удаляем. Вставляю свое изображение. Так, здесь удаляю. Здесь я пишу название своих часов. Хронограф. Так, здесь у меня 50% скидка. Так, дальше. Так, здесь эту сцену удалю. Так, здесь, где upload logo, подгружаем наш логотип. Так, в разделе «Музыка» вы можете подобрать любую для вас подходящую мелодию. Здесь достаточно много треков. Так, давайте посмотрим, что у нас получилось с нашей видеорекламой. Вот, друзья, как вы видите, здесь достаточно легко все редактируется. Можно самому самостоятельно создавать видеорекламы. Как я сказал, здесь более 3500 шаблонов. Можно будет найти по ключевым словам, по вашей нише любой шаблон и отредактировать под ваш товар либо услугу. В этом выпуске, друзья, я с вами поделился платформой, которую я сам использую. А также можете использовать и вы для создания крутых видео, товаров или услуг. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео, пишите комментарии. Если нужна бесплатная консультация, пишите мне в директ в Instagram. Спасибо за внимание, ждите следующих выпусков.